Это одна из более чем 300 улиц Абакана, чем-то даже неприметная. Большую часть улицы Жукова занимают частные дома, магазины, административные здания. Здесь встретишь нечасто, да и центрально ее назовешь вряд ли. Впрочем, изюминка кроется в самом названии улицы имени Георгия Константиновича Жукова. О его биографии сняты фильмы и написаны книги. Советский маршал – один из немногих, кому поддалась азбука войны. Он внес огромный вклад в победу над фашизмом. В конце концов, именно под командованием Жукова проходило взятие Берлина. В России сотни, а то и тысячи улиц сейчас названы в честь него. Кстати, в Абакане улица Жукова носит это название меньше 20 лет. Сведения о переименовании улицы маршала Жукова хранятся у нас в документах Совета депутатов города Абакана в муниципальном архиве. В муниципальном архиве среди тысяч документов хранится тот, который расскажет нынешней улице Жукова до второй половины 30-х годов прошлого века в принципе не существовало. Затем появилась Шолохова, а позже переименована в 40 лет октября. И лишь в середине 90-х, к столетию маршала, улица получила нынешнее название. 26 ноября 1996 года, учитывая обращение ветеранов войны и Совета министров Республики Хакасия, решением Абаканского городского совета депутатов улица 40-летия октября была переименована на улицу имени маршала Жукова. Такое переименование, конечно, очень важно для истории, для поколения подрастающего. Люди должны знать историю своих героев. Примечательно, что улица, названная в честь советского маршала, не имеет каких-либо визуальных отличий ни памятника, ни памятной доски. Жукову здесь, к сожалению, нет. Ну а мы, пользуясь случаем, решили узнать у абаканцев, нужна ли городу улица с таким названием. Ведь со дня победы во Второй мировой прошло уже 70 лет. Может быть, люди стали забывать героев? Я считаю, нужно. Потому что это очень такие легендарные личности, делавшие историю в свое время. Большой вклад внесший в победу, поэтому надо, надо. Такой маршал был, вы что? Обязательно, я думаю. Имя Жукова должно жить во все времена. Это наша история. Стоит полагать, не зря все же именем Жукова названы сотни улиц нашей страны. Такой же выдающийся полководец, как Суворов или Кутузов, такой же популярный, как Некрасов или Пушкин. Ну, а мне остается добавить, что это лишь первая серия проекта «Улицы героев», и нам, несомненно, есть еще о ком рассказать. Улиц, носящих имена героев Второй мировой, в Хакасии достаточно. Константин Кравцов, Игорь Брюханов, «Вести, Хакасия».